Дети, давайте сейчас поиграем с вами игру. Я буду называть какие-то факторы времен года, а вы мне будете отвечать, в какое время года это бывает. Скажите, дети, в какое время года листья желтеют, опадают? Осенью, молодцы! В какое время года мы идем на море отдыхать? Правильно, супер! В какое время года растут грибы, собираем урожай? Супер! Какое время года мы одеваем легкую одежду? Какое время года мы играем в снежки? Супер! Какое же время года погода часто пасмурная, хмурая, идут... Правильно, правильно! Какое время года дни длинные, а ночи короткие? Молодцы! Какое время года мы одеваем теплую одежду? Правильно, молодцы! Скажите, дети, какое время года появляются насекомые, летят они повсюду? Правильно! Какие насекомые вы знаете, которые летят? Бабочки! Бабочки! Пчелы! Пчелы! Кузнечик, правильно. Скажите, некоторые животные зимой что делают? Спят! Какие животные спят? Правильно, молодец. Скажите, зайчик спит зимой? Нет. Эмиль, зайчик зимой какого цвета? Белый. А летом? Серый. Правильно, летом. Скажите, дети, в какое время года птицы прилетают? Весна. В какое время года птицы улетают? Осень! Осень, молодцы! Дети, скажите, вот это какая погода? Снежная! Это? Красивая! Вот это что такое? Радуга! Радуга! Дети, скажите, радуга когда бывает? Лето! А зимой бывает? Лето! Правильно! Вот это какая погода? Когда солнечная! Солнечная! Ветер. А если... Гроза! Правильно, гром с дождем называется гроза. Вот это какая погода? Облачная. Какая погода? Облачная. Молодцы, молодцы. Дети, давайте с вами скажем, какие виды транспорта вы знаете? Какие бывают транспорты? Водный, правильно. Эмиль, перечисли мне воздушный транспорт. Какой воздушный транспорт ты знаешь? Самолет, вертолет, ракета. Молодец, ракета. Камран, перечисли мне наземный транспорт. Наземный транспорт. Машина. Так. Автомобиль. Так. Эмиль, поезд, трактор. Трактор, хорошо.